стала крупнейшей катастрофой на речном транспорте в новейшей истории России. Поисково-спасательные работы в районе гибели судна будут идти круглосуточно. Как сообщили в МЧС, распоряжение об этом отдал глава ведомства Сергей Шойгу. На месте трагедии развернуто необходимое осветительное оборудование, работают сотни спасателей и десятки единиц спецтехники. Покоя нет, весь день я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то, могу весь мир я обойти. Увы, хранящий любовь неведомые силы, пусть невредим вернется вновь ко мне мой кто-то милый. Но нет со мной кого-то, мне грустно от чего-то. Клянусь, я все бы отдала на свете для кого-то, на свете для кого-то. Клянусь, я все бы отдала. Thank you.